Всем большого доброго голубя, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, Андрей, и сегодня я решил поиграть в такую игрушку, как Cats Crash Arena Turbo, блин, не помню название, честно, ну, я думаю, вы поняли, что это за игра, и, как ни удивительно, я снимаю с своего телефона, кстати, интернет снова у меня тупит, вот такую вот программку я сейчас снимаю, Mobizen у меня то лагает, то нет, короче, странная программа. Ну, поэтому сегодня я снимаю на телефоне с помощью этой программы. А на компьютере, кстати, игра в этом эмуляторе лагает. Ладно, слишком много болтовни. Тут сразу доступен супер ящик. Давайте его откроем. Тут всякие такие стандартные вещи. Но все равно прикольно. Титан. Ну-ка, у меня, по-моему, титана не были. Или был. Хрен его знает. Тоже много всяких сундуков. Давайте откроем все. Ты откроешь или нет? Нет, я понял, будет тупить, видите, 2G. Но это все благодаря тому, что я снимаю беседки, поэтому у меня так и лагает интернет. А, нет, вот, отлично. Шкив, катер, скутер. Не, не надо, спасибо. У меня интернет и так лагает. Мне, в принципе, этого достаточно. Так, еще тут, еще, еще. О, нитро появилось какое-то. Я сейчас покажу свой ранг, где я нахожусь. В принципе, я-то особо и не задротил. Кстати, это вообще другой аккаунт. Когда я делал обзор, у меня был другой аккаунт. Затем я скачал на телефоне. И вот я, короче, здесь теперь и играю, считай. Так, это что у нас за сундучок маленький? Ты откроешься мне или нет? Да, ты откроешься. Детали от спонсоров. О, пошли реально вот эти вот детали. Дрель, пила. Ну, с этим все ясно. Неплохая награда, неплохая. Так, где тут посмотреть? А, вот чемпионат. А, ну я понял. Итак, спустя несколько минут тупежа моего интернета, он все-таки загрузил игру. И давайте я покажу, на каком же я месте нахожусь. Это 5-й этап и 12-е место. На 5-й этап я зашел чисто случайно, само по себе, потому что я в игру тогда не входил. Ну и не знаю, каким-то магическим образом, в общем, я зашел на 5-й этап. Давайте тогда сейчас посмотрим, что у нас тут есть из корпусов. Ух ты, у нас тут обновление типа вышло. А есть какие-то вот эти новенькие. Ага, 9. Я бы хотел на какую-нибудь пилу поставить, потому что пила достаточно мощная вещь. Как можно видеть, у меня здесь куча всего. Очень много чего. Прям обосраться как много чего. Но это, конечно же, отдельная история. И где тут корпуса? Вот вроде корпуса. Можно, в принципе, и он тоже есть. Да, отлично, тут есть даже несколько слотов. Давайте что-нибудь поставим, попробуем поставить. 11, отлично, 11 энергии. Тогда можно впихнуть какую-нибудь пилу. А, ну, я понял. Дофигища урона сносит, и нужно еще что-то поставить. Вот давайте вот эту вещь, она хватит. Не, нифига. 10 энергии. А сколько у нас всего? Нет, пила у нас 7, а вот 4. 4 энергии, и вот по-любому мы сейчас найдем какую-нибудь вещь, точнее не найдем вещь, которая как раз будет 4 энергии. Вот по-любому. Это хрень 5, это 6, 7. Ну, как всегда, не хватает. Вот прям долечка-долечка, не хватает нифига. Вот что сюда можно воткнуть? Вот реально не хватает сюда. Тут вот минимальное, что я видел, это 5. Тут как бы вот такая вот ситуация, очень обидная. Ну хорошо, представим какую-нибудь вот эту вот вещь. Представим. И колес какие-нибудь воткнем. Вот эти хп, которые увеличивают. Так, я не помню. А, интернет, спасибо. Вечно вылетает, но это, конечно же, опять снова отдельная история. Я не помню, по-моему, большие колеса, что ли? Большие колеса нужно ставить сзади вроде бы. А маленькие впереди. Вот, походу, я сейчас колесо просрал. Наверное. А, нет, вот тут есть какое-то. О, отлично. Ну, не знаю, попробуем вот такой вещью. Хотя бы быстрый бой то же самое. Посмотреть, как будет себя вести эта машина. А, ну... Неплохо, неплохо.
Может, нам какой-нибудь сундук дадут? А, если его дадут, то там надо ждать 2 часа, чтобы он открылся. Да, ты сейчас выпадешь. Ну, должен выпасть. У меня, кстати, 30 тысяч монет. Это неплохо. Ну, в принципе, прикольно, прикольно. Можно за чемпионат попробовать. Все-таки надо все равно корректировать данную машину. О, нифига, 414 здоровья. А, ну, я понял, да. 414 у того было. Этот луч тоже видел. Но что-то не очень кулдаун большой. Блин, почему меня так ус... А, у меня походу из-за этого. Я понял. Вот из-за этой фигни меня так и штырит. Поэтому, скорее всего, и надо убрать. Вот этот вот. Не помню, ускоритель, как он там называется. А, ну, респект. Респект, да, я понял. Хороший интернет. Так, окей. 10-е место сдвинулись, но это все равно фигня. Вот эту вещь надо убрать, потому что она очень сильно бесит. Очень сильно бесит, и надо бы, может, какой-нибудь ковш поставить, или это уже не то. 3-3-3. Вот эту поставим.